Я снова на родной земле. Свернем в ущелье. Скорей! Куда проскакали трое? Вон туда. Это персидские шпионы. Это здесь, мать? Мы приехали? Да, сын мой. Вот он какой, замок дяди Зураба Ристави. Да. Здравствуй, родной замок. Здравствуй. Госпожа Русудан. Судан, сестра моя, глазам не верю. Глазам не верю. Ты ли это? Свет очей моих, Русудан. Здравствуй. Госпожа Русудан, счастье какое. Здравствуй, мой Зураб. Как ты рискнула появиться в Грузии? Здесь за одно упоминание о Сакадзе казнят. В Грузии еще остались верные нам люди. А ты как? Вижу, даже ночью с мечом не расстаешься. Думал опять, что димановская свора напала на мой замок. А это кто? Не узнал. Сын мой, Автандил. Защищайся, дядя! Ну, держись, щенок. Ой-ой, что они делают? Они же покалечат друг друга. Останови их, Русудан. Куда усадить тебя, дядя? Да я тебя с собакам отдам на ужин. Мать, дядя пожелал ужинать. Усади его за стол. Вот теперь узнал. Это мой племянник Автандил. Здравствуй, дядя. Здравствуй. Ты что смеешься? Молодец. В тебе течет кровь Ристави Аракских. На, носи. А все-таки я Сакадзе. А где второй щенок Сакадзе, мой маленький Паатам? О, брату моему посчастливилось. Он украшает собой дворец Шах-Аббаса. Так, Шах-Аббас его оставил. Что с тобой, сестра? Что-то в сердце кольнуло. Подать вина! И жареного оленя. В родном доме тебе всегда рады, сестра. Чувствую, ты не просто сюда приехала. Да. По тайному делу я должна увидеть сестру Георгия. Царицу Текле? Да, и немедля. Русудан. Здесь клевещут. Говорят, Сакадзе замыслил вторгнуться в Грузию с персидскими ордами. Громить княжество. Это правда? Да, Зураб. Что? Что слышу я? Разве мало Георгию славы? Имя его гремит на всем Востоке. Георгий ведет персидское войско против шадимановской своры. Ты поможешь мне увидеть, царит? Нет.
Нишадимановская свора нужна Шах-Аббасу. Он замыслил покорить Грузию, закрыть дорогу единоверной нам Руси и западным царством. Именно потому Георгий и возглавил персидское войско, чтобы не допустить разорения Грузии. Проведи меня к царице. Хорошо. Я проведу тебя в царский замок. Но помни, сестра, нерушимы вековые устои княжеских фамилий. Только не Шадиман, а я, Зураб Эристави, должен главенствовать в Грузии. Я помогу Георгию, ибо это во вред Шадиману. Ну вот это, пожалуй, и все. Живи долгие годы, мой светлый царь. Сегодня ты много сделал для блага царства. Я не хотел бы омрачать твое чело, но есть тайная бумага, доставленная мне одним купцом. Говори, мой мудрый Шадиман. Трудно поверить, но лазутчик сообщает, что великий шах Аббас снаряжает войско в поход против Грузии, и его ведет, кто бы мог подумать, во главе которого, нет, не верю, чтобы среди грузин мог оказаться такой изменник. Мне трудно произнести его имя. Говори, Шадиман, я знаю. Ты хочешь назвать брата моего, Георгия Саакадзе? Может быть, Шадиман, отложим этот разговор. Светлый царь, долг перед Родиной обязывает меня не терять ни одной минуты. Настал час молитвы. Позволь мне удалиться, светлый царь. Нет, нет, останься. Прошу тебя, не гневайся. Светлая царица, прости меня. Как ты думаешь, Шадиман, мог ли Георгий Саакадзе замыслить такую измену? Есть и другие достоверные сведения, мой светлый царь. Ты сам хорошо знаешь непреклонное упрямство Георгия Саакадзе. С присущей тебе мудростью и прозорливостью расследуй это, Шадиман, и донеси мне. Еще одно. Ну что еще у тебя? Вчера там люди Зураба Эристави опять напали на преданного тебе князя Амилахвари и оскорбили его. Господи, не допусти брата моего поднять меч против моей родины, против моего царя. Царица! Расудан, откуда? Текле! Как ты попала сюда? Я с трудом пробралась сюда. И я тайно перешла границу. У меня письмо к тебе от Георгия. От брата. Вот оно. Князья губят Грузию, да поймет наконец царь. Поди ниц перед царем, вразуми его принять мою помощь в объединении Грузии под его скипетром. Значит, то, что говорил Шадиман, это правда? Георгий ведет персидское войско против Грузии? Нет, Расудан, мой царь не пойдет на разрыв с князьями. Тогда Георгий велел передать тебе другое. Убеди царя немедленно покинуть Грузию. Завтра может быть поздно. Может, они сейчас уже переходят границу. Перед нами раскрылись ворота Грузии, благородные ханы. Разбейте стан на Мартковской равнине и там ждите меня. По твоему приказу разобьем стан на Мартковской равнине. Эхей! Разбить стан на Мартковской равнине! На княжеские замки
Я пойду один. Аллах! Зачем мои глаза не увидят, как обрадуются князья твоему посещению? Шах-ин-Шах говорил, грузинские шелка не уступают исфаганским. А красивых девушек здесь так же много, как и плодов в садах Грузии. Воля Шах-ин-Шаха превыше всего. Но раньше приведем в покорность князей. Ибо сказано, отруби голову, тогда хвост сам отвалится. Чем провинился я, сардар? Только тебе повинуется мой ятаган. Сардар, и я с тобой. Мои ханы, ваша преданность радует мое сердце. Я скоро вернусь к вам. Вперед! Сардар начал свою любимую игру. Он расчленяет войско, чтобы наши силы казались врагу несметными. Так делал он в Афганистане, в Индии. Бисмаллах, здесь Саакадзе на родной земле. Эта игра может быть опасной. Вардебек, лети в Марабду. Передай этот фирман князю Бараташвили. Марш уста. Разве ты ничего не слышишь? Нет. Не слышишь боевых труб? Это он. Он. Кто он? Георгий Саакадзе. Наконец-то дождались. Глаза! Это Георгий! Наш Георгий! Великий Маурави! К нам вернулся Георгий Саакадзе. Привет тебе, Георгий! Привет на родной земле! Здравствуй, Георгий! Георгий! Здравствуй, Надар! Что с тобой? От радости слова растерял. Неужели солнце снова осветит нам дорогу? Пустите, люди! Пустите. Узнает ли он меня? А, мой Бадри! Георгий! Георгий! Время не убило в твоей душе надежды? Надежда никогда не умирает, Георгий. Молодчина! Ну, как твоя шашка? Еще не заржавела? О какой шашке ты говоришь, Георгий? А ты все такой же веселый! А почему не веселиться? Не успеет крестьянин встать, османы идут. Не успеет за еду сесть, персы лезут. Не успеет зерно проглотить, князья нападают. А потому, когда ложимся спать, вместо жены копье кладем. Ничего, друг! Жена любит мужа с копьем. Куда коня направляешь, Георгий? В гости, на обед князю Шадиману Бараташвили. Наконец-то, давно пора, давно.
светлейший князь, Саакадзе! Саакадзе с войском идет! Саакадзе! Прошу. Светлейший князь, Саакадзе к замку несется! С ним несметное войско! Лучшая охота на цесара в моих владениях. Молю тебя, князь! Отведай, высокий гость. Саакадзе к воротам подошел. Открой ему ворота. Печать Шахабаса. Разгромить крепость! Будут в неприкосновенности замки и владения князя Шадимана Бараташвили, прибегшего к моим стопам. Шах-Аббас. Значит, я обманут. Обманут. Нет, лицемерный перс, тебе не сломить мою родину. Отомстим за разгром Носте! Прикажи, камни на камни не оставим! Неужели мы не отомстим? Замок князя Шадимана Бараташвили неприкосновенен. Печать Шах-Аббаса? Шах-Аббаса? Велик Шах-Аббас. На замок князя Милохвари! Светлый царь, Саакадзе ведет персидские войска, чтобы отомстить тебе! Погибли! Погибли наши замки! Зачем я только новый виноградник посадил? Царь, проси, пока не поздно, помощи у Турции. Не лучше ли просить помощи у единоверной Руси? Поздно, Саакадзе уже у порога. Прекрасная царица, твой прославленный брат идет с персами. Может, ты нас покинешь? Чтобы мы могли дать нашему врагу достойный ответ. Если надо, я покину. Я готова на все, чтобы спасти Грузию. Говорил я вам, что на троне сидит лисица. Как осмелился дерзко говорить о царице? Вон! Все вон! Позор! Вот как жить после такого оскорбления? Вот ты чего дожили? Он оскорбил княжеское достоинство. Успокойтесь, сейчас! Тише! Что вы в царском замке шумите, как на Майдане? Этот плебей Саакадзе еще меня не перехитрил. Смотрите, что нам пишет Шах-Аббас. Читай скорее, князь. Шах-Аббас. Мой гнев велик, но каждый из князей Грузии может стать для меня любимым сыном, если вы отдадите мне непригодного для вас царя Луарсаба. Царя Луарсаба? Отдать царя? Но как это сделать? Как
это сделать, царь получил другой ферман. В нем Шах-ин-Шах приглашает царя в Персию на охоту. Он не поедет. Не поедет? Лучшие войска Шаха уже в Грузии. Ага-хан, повелеваю захватить всех ремесленников, гнать в Персию. Юсуф-хан, тебе повелеваю разрушить монастыри, вывести церковные богатства, сжечь деревни. Пусть грузины забудут обратную дорогу на родину. Не сочти непочтительным мой ответ. Я не привык исполнять твои приказы. Мой сардар Георгий Саакадзе. Юсуф-хан, именем Шах-Аббаса, царя царей, приказываю тебе сжечь грузинские деревни, разрушить монастыри. Мой сардар Георгий Саакадзе повелел мне ждать его на Мартковской равнине. Ха-хай! Арбаши, обезглавить отступников! А вы думали, что власть у Саакадзе? Хайдо! Они! Носили твое имя, жили надеждой на твое возвращение, а ты меч поднял на свой народ. Будь проклят ты, Георгий Саакадзе, будь проклят! Будь проклят ты, Георгий Саакадзе! Будь проклят, родивший тебя! Народ, Ага-хан. По повелению Шах-Аббаса гоню в Иран. А на эти земли придут персияне. Богатая страна Грузия, сардар. Шелк, виноград, овечьи стада богатят Шах-ин-Шаха и Иншалах-хана. Что донести до светлого уха Шах-Аббаса? Донеси, что все смолкло перед его грозным именем. И что Георгий Саакадзе всегда верен своему слову. Велик Шах-Аббас. Георгий, целую вечность не видел тебя. Здравствуй, Георгий. Здравствуй, Зураб. Ты хорошо сделал, Георгий, что вспомнил обо мне в тяжелый для тебя день. Сам дьявол не найдет того, кого я спрячу за стенами своего замка. До веселого дня я дожил.
Не меня надо спасать, а родину. Родину? Сколько всадников ты можешь дать мне завтра к рассвету? 1005? На, пей. Уж не думаешь ли ты, что мои дружины смогут одолеть 100 000 персов? В делах войны меня еще никто не обвинял в легкомыслии. Завтра на рассвете ты приведешь свои дружины на Мартковскую равнину. Лучше я скрою тебя в своем замке. Ты сделаешь так, как я сказал. Надо подумать. Ты будешь думать потом, когда персы будут разбиты. Если пойдет народ, пойду и я. Братской клятвой свяжем наши судьбы. Если клятвой, так по нашему обычаю. Клянусь, Георгий, если пойдет народ, пойду и я. Народ, народ пойдет за мной. Я жду тебя на Мартковской равнине. До восхода солнца я буду там. Святая Дева, говорят, Георгий здесь. Где же он? Где? Где мой Георгий? Где он? Где? Руссуда. Георгий! Георгий, мой Георгий, ты жив. Говорили, что тебя побили камнями. Все гибнет, весь мир против нас. Успокойся, сейчас нам ничего не грозит. Здесь, в замке своего брата, ты в безопасности. Что ты говоришь, Георгий? Жизнь моя в тебе, в детях моих. Время не терпит, Георгий. Я сделаю то, что задумал. Я иду. Я иду с тобой, отец. Коня! Останься здесь. Дело, которое задумано не для юноши. Твой отец сегодня решает свою судьбу и судьбу нашей родины. Место сына около отца. Сарбазы, гоните народ! Камня на камне не оставляйте! Артемек, следи за Саакадзе! Матерь Божия, защити нас! Спаси моего царя! Молю тебя, Господи! Отче наш, спаси мой народ от испытаний. Шадиман, передай Шах-Аббасу, я отвергаю его приглашение. Мой светлый царь. Нет, я отказываюсь, Шадиман. Мой светлый царь. Нет, нет, в Иран я не поеду. Мой светлый царь, я ли пожелаю тебе зла, я, который выненчил тебя. Старый Шадиман, твой верный раб, родина гибнет. Обогренная кровью Грузия молит тебя, поезжай в Иран, спаси нашу светлую царицу и нас. Ведь шах только на охоту приглашает тебя. Нет. А помни, Шадиман, ни один царь-христианин не уходил от шаха живым. А царь Симон, Баграт, Константин? Но они вернулись магометанами. Не страшись, царь. Я поеду с тобой во имя Христа. Не уходи, мой царь! Моя Декле, я должен явиться к шаху, иначе он опустошит все мое царство. Не оставляй меня одну, мой светлый царь! Ты плачешь, жизнь моя. Когда наступит ночь, я уже буду далеко от тебя, моя осиротевшая жемчужина. Прощай, моя радость, мой свет.
моя жизнь. Останься, не покидай свое Текле, мой единственный. Тебя, народ мой, я оставляю свою родину. Я не жалею сиянья короны моей. Ни красоты, ни силы, ни молодости. Ни бега коней на ристалищах, ни дней пиршеств, ни любви той, что была светом жизни моей. Все оставляю я. Ибо все это суета. Всевышний Боже, дай силы мне и там, среди неверных, сохранить чистым имя грузина и христианина. Поторопитесь, орды приближаются. Гавриил, Амбросий. Петриций, христианину, так предать свою страну. Поверь мне, владыка, Георгий Саакадзе не пришел бы в Грузию с дурными намерениями. Владыка, царя, царя увозят в Персию. Что ж это значит? Боже правый. Спаси нас, Господи! Страна обезглавлена, все рушится, все гибнет. Отец Трифилий, тебе, старому воину, я вручаю это знамя. Защити монастыри и церкви. Служите молебны, помолимся, помолимся о скорбной душе царя. Царь Луарсаб уходит в вечность. Предадим анафеме виновника гибели царства. Великий Боже, в годину бедствий Родины внемли мольбам народа Твоего и глазу пастыря его. Если бежавший к шаху в Персию Маурави Георгий Саакадзе таит в сердце своем измену царю и Родине, разорение страны, поругание святой веры, осквернение храмов и монастырей, да постигнет его удавление Иуды Христопродавца. Да постигнет его удавление Иуды Христопродавца. Трепет братоубийцы Каина. Трепет братоубийцы Каина. Да будет он поглощен землею, подобно Датану и Аберону. Да будет жена его вдовою, а дети сиротами. Жена его вдовую, а дети сиротами! А что можно ждать от сородичей Саакадзе? Все они предатели!
Это они погубили Грузию. Царя отдали шаху. Это клевета! Это вы готовы предать всех, лишь бы целы были ваши замки. Это ты, князь, отдал в плен царя. Тебе, Зураб Эристави, легко говорить. Ты, Зураб, не пропадешь. Если победят князья, то ты, князь Эристави. Если победит Саакадзе, то ты, Шурин Саакадзе. Хоть бы в храме сказал правду Шадиман. Тебя давно прельщают мои земли. Как смеешь, сообщник предателя! Оставь, князь, лучше уйти. Здесь не место. Что вижу я? Святая Дева, царица Грузии, горе, горе, что вижу я, это брат, брат убил сестру, брат нашу светлую, Богом данную царицу. Подымись, подымись, кроткая Текле, и отомсти, прокляни! Прокляни! Виновника наших страданий! Какое чудовищное лицемерие! Да-да, мой верный Квилице, держи меня железными руками. Ангелы небесные, примите в лоно Авраамова, царицу Грузии. Мщение! 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 Народ ищет Саакадзе! Мщение! 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 Каждый может закидать его камнями! Каждый может закидать его камнями! Камнями! Вот они, изменники! Продали Грузию! Уйди! Князья обманули народ. Трифилий! Русудан! Нодар! Где мой Георгий? Господи, где Автандил? Зачем ты пришла? Здесь опасно. Беги отсюда. Народ ищет Георгия. Вот они, люди Саакадзе. Хватай их. Держите. Где ваш Маурави? Ах, люди, что вы делаете? Опомнитесь во имя Бога. Пусти. Пусти меня. Святой отец. Как смел ты, отступник,
Придти под светлые своды Сионии. Святой отец, прошу, выслушай меня. Я не давал отпущения за великие грехи твои. Не для покаяния пришел я. Персы громят Грузию. Время ли медлить? Святой отец, объедини друзей и врагов для защиты царства. Дай мне войско. И клянусь, я сокрушу вражьи силы. Доверить войско тому, кого считают равным Ироду, Каину и Иуде? Я стар и слаб, но я не безумен. Остановись, отец! Я ждал этих слов, но я их не заслужил. Поверь, только любовь к Грузии руководила мной. Дай мне войско. В моих руках оно превратится в карающий меч, сокрушающий врагов Грузии. Подумай, завтра может быть поздно. Варвары придут сюда, разрушат эти стены, простоявшие века, осквернят святыни, расхитят сокровища, продадут в рабство священников и монахов. Не я, а ты, не внявший моей мольбе, будешь виновен. Дай мне войско! Господи, вразуми меня. Я не знаю, что сказать. В твоих словах я слышу правду. Я дам тебе войско, Георгий Саакадзе. Ну а народ? Как же народ? Народ? Народ пойдет за мной. Георгий! Георгий! Народ восстал против тебя! Захватили Нудара, отца Трифилия! Их могут растерзать! Спаси их, Георгий! Моего Нудара? Трифилия? Иисусе Христе! Отца Трифилия! Спеши, Георгий! Спеши, сын мой! Я пойду с тобой, Георгий! Пойду с тобой! Люди! Люди! Что вы делаете? Посмотрим, как ты ответишь Богу, лиса подрясники! За сколько ты продал шаху свой народ? Иди, ответь Богу! Люди! Опомните своими Бога! Ты знал, что Сакад за нами извинил? Знал! Признавайся! Говори народу правду, ты не мог не знать. Ты знал его тайные замыслы. Кроты слепые! Кто вам хлеб дал? Оружие, золото? У меня двух сыновей угнали в Персию. Дочь обесчестили и бросили ее шакалам. На что мне золото? Пусть Георгий Саакадзе! Отец Трифилий, мой верный Трифилий, где слыхано, чтоб без суда казнили? Освободите всех! Они невиновны! Я перед вами! Судите меня! Стой, народ! Остановись! И я буду говорить. Георгий, сын мой, Георгий, скажи народу, скажи, кем ты пришел к нам? Другом я к вам пришел. Другом? Зачем же ты принес нам столько горя? Друг мой, я хорошо понимаю, что горе ожесточило вас. Пусть
Сабля моя будет порукой в том, что я отомщу персам за невинно пролитую кровь и слезы народа. Когда сделаешь нас персидскими рабами? Поверьте мне, не будет отныне в Грузии персидской власти. Не верьте! Стойте! Остановитесь! Если совесть твоя чиста, Георгий, и ты пришел как друг, поклянись священной клятвой, клянись жизнью своих детей. Патта. Клянусь жизнью моих детей, моего Патта. Отдать всю свою кровь за многострадальный мой народ. Клянитесь и вы, что с восходом солнца придете все как один на Мартковскую равнину помочь мне разгромить врагов отчизны. Клянитесь! Клянемся! Да будет проклят изменник Родины! Да будет проклят изменник Родины! Да переломится сабля его в кровопролитном бою! Да переломится сабля его в кровопролитном бою! Да будет проклято имя его в веках! Да будет проклято имя его в веках! Если б мы не подоспели, но дар достался бы червям на обед. Ну? Да. Отец мой ударом сабли перерубил веревку. О, а как ты думаешь, придут наши люди? Придут. А если нет? Быть этого не может. Вся Грузия поднялась. Мало нас осталось. Сколько народу угнали в Персию? Какая долгая ночь. Да. А сколько воинов сейчас у персов? Если считать гвардию шаха, я думаю, 1070. Ну? Да. Даже если все придут, у меня будет 20 000. Никого не видно. Не видно. Георгий, Зураб не идет. Нет, Зураб не изменит. Придет. Ждать нельзя, Георгий. Уже светает. Георгий! Вся Мартковская равнина! Ну, говори! Окружена. Пришли. Пришли. Нодар, лети обратно к народу. Передай, пусть играют погромче, да по-русийски. Понял, чтобы персы подумали, русские идут. Так он и сказал, шумите побольше и играйте по-русийски. Так и сказал? Да-да. А ну начинай, играй, играй. Играть как в Руси? Эх, от русской музыки мертвый затанцует. А ты откуда знаешь? А я охранял царя Таймураза, когда он ездил в Московию. Стрельцы играют вот как.
Чего смеетесь? А ну, подуй. Дай сюда. А так лучше. А вот теперь будет совсем хорошо. А ну-ка, друзья, все вместе. Час битвы пришел. Подать коня! Коня князю! Во имя Христа вперед! Я, Квилидзе, Дато, и ты, сын мой Автандил, останемся здесь, в сердце персидского стана. Неожиданно, как барсы, налетим на сардаров и обезглавим персидское войско. Ты не должен рисковать, Георгий. Нас же всего четверо. Не слышите? Весь народ с нами. Пора! Шатер Корчихана. Крепко спит кровопийца. Эй, Корчихан, проснись! Архангел Гавриил в трубу протрубил. Бисмалах, кто идет? Смерть твоя идет. Отец! О, вероломный Яур! Шайтан! О, проклятие! Враг обезглавлен! Тут мои соколы! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Рус идет! Скорее! Скорее, шлем! Оружие! Тарзебек-хан, мазандаранцы бегут! Враги ворвались в стан, все гибнет! Спасайся, хан! Стойте! Измена! Измена! Яур-Саакадзе предатель! Стойте! Все равно Шака вас не оставит ни одного беглеца в живых! Назад! Сомкнуть ряды, сдвинуть арбы, повернуть пушки! Послать за помощью к индийскому шаху, кереванскому, карабахскому! Именем шаха из всех орудий огонь! 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 Огонь!
это? Гром небесный! Куда скачете? Кто нарушил мой приказ? Лечь на землю! Лечь! Готовьте огненные стрелы! Огненные стрелы, скорей! Готовьте огненные стрелы! Зажечь стрелы! Огонь к стрелам! Пора. Освобождение, мой верный зурат! Нам надо до захода солнца покончить с персами! А потом мы пойдем на княжеские замки! Вперед! Отца! Отца! Оставь, Автандию! Пусть хоть один вернется к шаху! Получит благодарность за приятную весть! Шайтан! Проклятый Яур! Эй! Лучше оставь свою голову здесь! Все равно Шах-Аббас снимет ее! Передай Шаху, что по его голове давно плачет грузинская сабля! Друзья, отпразднуем победу! Хороший конь! Спасибо тебе, мой конь, спасибо! Вот и все! Судан? Как ты сюда попал?
где я еще могла быть? Мой долг быть там, где мой муж, сын и брат. Верный друг. А где брат твой? Где мой Зураб? Где Зураб? О, наши сабли вырыли пропасть между нами и персами. Теперь ты не скоро перешагнешь эту пропасть, Шах-Аббас. Господи, Грузия спасена с твоей помощью. Ты можешь все. Все, что я имела, я отдала родине. Сохрани мне сына. Сотвори чудо. Спаси сына моего папы. Ага-хан, повтори, что сказал тебе мой верный сардар. Георгий Саакадзе сказал, все смолкло перед грозным именем Шаха-Аббаса. Возьми за добрую весть. Щедро наградить послов и гостей. Богатые трофеи захвачены в Грузии. Да, да, очень богатые трофеи. Не помог им даже союз Московии. А кто этот молодой сеньор с ларцом в руках? Заложник, сын полководца Саакадзе. Сын Саакадзе? Который? Который? О, какой красавец! Гораст, молодец. Зело гораст. Не кажется ли вам, барон Вальенштейн, что благодаря Саакадзе царю московскому уже незачем торопиться в Грузию? Зато нам через Грузию открывается новый караванный путь. Милостью Господа, во Святой Троице, чтимо вам, государь и самодержец всея Руси не боится ни правителя Галштинского, ни кесаря Римского. Издревле Грузия славится душистым перцем своим. И вам бы, послы Галштинской, да Италийской, перцу этого отведать не мешало бы, чтобы знать, чем вас там в Грузии потчевать будут. О, здравие! О, май лорд, это же дьявольское питье! Санта Мария! Какой варварский напиток! Ата! Подойди ко мне! Подойди! Подойди!
Почему ты так бледен? Меня опьянил запах родной земли. Мой мальчик, а почему затуманились твои глаза? Великий Шах Аббас, меня ослепляет твое величие. О, как сладка твоя речь! Ты унаследовал мудрость своего доблестного отца. Кто смеет сравниться с мудростью царя царей? Грузинский народ, сияя счастьем, сложил к стопам доблестного Шах Аббаса свои богатства. Убери их, мой паата. Я положу в этот ларец более ценное сокровище. Не нравится мне этот голос. Измена! Измена, милостивый Шах Аббас! Измена! Имя изменника? Георгий Саакадзе. Он вероломно убил моего отца, Карчихана, твоего верного сардара, уничтожил твои лучшие войска. Аллах, я Аллах. Никогда еще я не был так унизительно обманут. О, Аллах, подскажи мне такое мщение, от которого зарыдал бы даже камень. Я слушаю тебя, Аллах. Агахан, приведи мне змееныша этого предателя Саакадзе. Любимец мой, не тяготит ли тебя разлука с твоим воинственным отцом? Любой путь на родину будет для меня усладой. Мой орленок, выскажи мне, твоему покровителю, что хотел бы ты иметь в далеком путешествии? Щит отца моего, Георгия Саакадзе, на котором начертано «Счастлив тот, у кого за родину бьется сердце». Молись. Иисусе Христе, помилуй меня. Шаг! Шаг! Шаг Аббас, посмотри! Наш народ горд. Он не прощает насилия и издевательств. Иди танцевать, Георгий! Георгий, не отказывайся, потанцуй! Прошу тебя! Нет, нет! Вот приглашайте Русуда! Иди, потанцуй! Иди, Русуда, иди, ты же хорошо танцуешь, иди! А ты, Трифилий, не хочешь с ними потанцевать, а? Сардар. Эге, старик, голос твой мне знаком. Агахан, я принес тебе подарок от Шах Аббаса. Подарок?
Горе мне! Сокол мой, мой пата, бедный мой сынок, бедный мой мальчик. Иди, иди, потанцуй, госпожа! Сказать матери. Слезы удел матери, Георгий. Не бойся, мой мальчик. Нас больше никто не разлучит с тобой. Не печалься, мой пата. Видишь, весь народ гордится тобой. Отец Трифилий, дайте мне его. Thank you.
Пиши, Трифилий, пиши. Светлый царь Таймураска Хитинский, ты укрылся от персов в крепости Гонья. Народ и Георгий Саакадзе предлагают тебе свой меч и свою жизнь. Когда ты успокоишь свою саблю, Георгий? Когда? Когда ярмо рабства спадет с плеч моего народа. Когда единый, сильный царь, подобный Давиду Возобновителю, окружит наше царство цепью неприступных крепостей. Когда поработители забудут дорогу к нашим землям. Может быть, тогда я успокою свою саблю. Саакадзе твердая рука. Он не устанет играть саблей, пока не достигнет своей цели. А цель его — царский трон. Это неправда. Только ты один не веришь. Когда хотят погубить княжество, мы должны встать все за одного и один за всех. Прав, прав, Шадиман. Шадиман. Изменник. Изменник. Спрячьте оружие. Спрячьте. Я не изменник. Я помогал изгнать врагов Родины. Зураба я позвал на совет. И никому не позволю его оскорблять. Меня? Я выше этих оскорблений. Ну что ж, князь, уйди! Уйди! Забудь о чести рода Эристави, оставайся слугой выскочки Саакадзе. А мы хотели видеть тебя первым среди нас. Да будет так! Поставить тебя во главе всех княжеских дружин. Мы готовы идти за тобой. Предоставить тебе первое место близ трона. Ну, князь, решайся. Ну. Да здравствует, Зураб! Да здравствует! Уничтожим его! Царь Таймураз должен вовремя получить послание. Я слышу топот коней. Это Зураб ведет свои дружины. Он исполнил обещание. Это Шадиман! Предатель! Здравствуй, дядя! Держи, щенок! Мой
старый знаменосец. Прощай, мой добрый старик. И ты здесь, мой мальчик. Спи спокойно, орел мой. Прощай, сокол мой. Знаю, слезы высохнут, города построят новые, поля зацветут золотыми колосьями, дети вырастут, другие родятся. Прав я или ошибаюсь, мои деяния переживут меня, и народ, вечно юный и чистый душой народ, или осудит меня, или проникнется моими страданиями, беззаветной любовью к родине, и будет бороться за ее честь, за ее свободу.